Побывать там, где живут хихты, и освоить практическую логику может каждый, кто ознакомится с содержанием нашей постоянной рубрики. Афиша на 11 июля о самом интересном в Москве. Путешествие за букву «Я», спектакль теней и фантастический урок рисования. Театр теней «13 рук» приглашает вас отправиться туда, где живут круглые блюмбари и высокогорные хихты, два космических брыля и жуткие дребезжалы. После спектакля состоится фантастический урок рисования с художниками театра теней. Мы будем развивать фантазию, рисуя самых необычных животных, которых только можно себе представить. Организаторы занятий по практической логике будут решать задачи на разные темы. Объединяет их четкое разделение истины и лжи, доказанного и необоснованного. Любому человеку необходимо сознавать эти различия, хотя в жизни они и не так дифференцированы, но и в жизни важно логично и последовательно излагать свое мнение и уметь смотреть на ситуацию с другой точки зрения. Во дворе музея Москвы состоится городской эксперимент – первый граффити-джем в музейном пространстве. В течение двух дней с 19.00 до 24.00 на территории летней площадки Привянских складов молодые граффитчики разрисуют фасады мойки. Стрит-арт-художники уже несколько лет превращают монументальные стены жилых и административных зданий в арт-объекты. Теперь в центре эксперимента будет автомобильная мойка, установленная в 50-х годах во дворе музея Москвы, во времена, когда здесь находились гаражи Генштаба.